Майя, всем привет! Я наконец-то взялась пересадить адениумы с плюмериями. Я их вчера все вымыла, высушила, и сейчас вот буду сажать в новый грунт. Ну, в свежий я имею в виду. А прежде чем я их начну сажать, я хочу вам показать корневую и попки, какие у них. Вот самый такой вот маленький, который вот так вот у меня сидел, как тюлей. Вот так он у меня в земле сидит. Вот он такой. Хвост у него, видите? Смешной. Следующий вот этот. Здесь вот прививка неудачная, страшненькая. Но это можно завуалировать потом, когда будет чем привить, еще раз попробуем. Пока он не сильно нарастил каудекс, корень у него тоже вот маленький. Этот жирафа моя, кто узнает моего жирафа, вот тоже такая длина шеи животная, вот так вот у него корневая попка. Я хочу их утопить поглубже. Мне кажется, что в свое время, когда я их приподнимала из земли, я их слишком сильно приподняла. Надо было бы по чуть-чуть. И они потом уже повторно каудекс плохо стали растить. У этого красавчика вот здесь вот прививка. Он у меня начал худеть, начал мягчеть. Я, помните, рассказывала, что недавно один порезала. Но я сделала, я думаю, ошибку большую. Нужно было его просто вытащить мне из земли, помыть, посушить. Вот этот я подсушила, он уже становится тверденьким. Вот здесь вот еще есть у него мягкость, но нету ощущения, что там вот вода, просто мягко. А ощущения вот водянистости здесь нету. Попа у него, вот она схуднула вся, похудела попа. Поэтому я его сейчас подержу немножечко в тепле и в водичке. И он обрастет корешочками новенькими, молоденькими, потом посажу. Потому что гнили я особо здесь не вижу. Мне кажется, ее нету. Я думаю, что это все-таки было переувлажнение, он подзамерз. У него вот корешки такие волосяные, все, наверное, потерялись. Пить было нечем, он начал худеть. Я думаю, что я вовремя вытащила. Ну, а там посмотрим. И вот я жалею, что я тут поспешила порезать. А самый большой красавец, вот этот, сейчас, это самый большой красавец, это самый хороший. Друзья, напомню историю. В 2012 году я заказала семена, посеяла, и все они одного года. Но они все разные, сортовые, все разные. И как я узнала, что сортовые медленнее развиваются, ну, может быть, просто при хорошем, при правильном уходе, они бы хорошо развивались. Но я изначально в то время нашла информацию, что это суккуленты, и им нужна зимовка, и нельзя их заливать, они каудексом питаются. Я поленилась поискать информацию еще. Меня устроило это, как просто и как хорошо. И в итоге они у меня каждый год зимовали на балконе, я их не поливала. Вот отсюда у них вот такие вот, как вам сказать-то, такой рост у них. Вот. В прошлом году я тут тоже читала-читала, смотрела-смотрела. И в прошлом году на одном канале я решила остановиться на нем и попробовать. Я начала их пересадила, начала их поливать как положено.
начала их резать, прививать. Ну, пока, в принципе, сказать, что я очень сильно чему-то научилась и все у меня получается, я не могу. Но, тем не менее, они хотя бы у меня растут и толстеют потихоньку. Вот этот даже не знаю, доставать из земли или пускай так же опять в земле сидит. Вот эти вот темные места, это все было в земле. Не знаю, сейчас при посадке подумаю. А так вот, конечно, можно его вот так было бы посадить. Вот это, конечно, самый-самый такой красавчик. Начну вот с плюмерии, вот в этот горшок их посажу. Вместо дренажа на дне у меня будут кусочки угля. Я не хочу уголь подмешивать в грунт, я хочу его использовать как дренаж. Плюс он будет играть роль губки, которая будет всасывать в себя, вбирать, вдруг там, если пойдет загниение, излишнюю влагу, и потом также будет эту влагу отдавать. А грунт у меня торф с вермикулитом и мелкий дренаж. Есть чуть-чуть мха, есть чуть-чуть голубой глины. Плюмерии. Они большие, их близко подносить не буду. Мы их сейчас так вот как-то рассмотрим. Вот дылдочка. Думаю, что попозже укорочу, сейчас просто пересажу, а потом, наверное, обрезку сделаю вот этой ветки. Это еще маленькая, а вот эту, наверное, пополам обрежу. Ну, чтобы она чуть-чуть была ниже, и чтобы потом как бы не так ровно росла. Эту резать не буду, у этой нормальной пока макушечки. А эту тоже потом отполовиню пополам вот так, тоже отрежу. Но, может, не совсем пополам. Но отрежу, потому что вот сколько я ее не пересаживаю, вернее, сколько я ее не кручу, она все время все равно криво растет. Может быть, я ее к палке привяжу после посадки, она, может быть, выпрямится. Но вообще, в последующем я ее хочу обрезать. И посадить я ее хочу сейчас все вместе. Раньше они у меня росли все вместе, три плюмерии, потом одна маленькая пропала, и впоследствии я их рассадила. А сейчас вот я хочу эти три штуки у меня посадить вместе, и будут у меня три тополя на плющихе. Сажать я буду, друзья, без вас, потому что молча сажать я не люблю. Надо разговаривать, а поговорить мне с вами сегодня не о чем. Я не настроена на какие-то рассказы. Вот, я сейчас буду сосредоточена на попках. Как их правильно посадить, как их лучше сделать. Поэтому я, когда все это посажу, я вам покажу, что у меня получилось, какой результат. Ну, а попочки я вам показала, историю я вам рассказала. И теперь я приступлю к работе без вас. Извините. Решил я еще перед посадкой в руки взять камеру и показать еще вам поближе. И грунт. Это мои три тополя на плющихе. Я их еще не поливала. Я их только посадила. Пришлось сбегать за циолитом, потому что говорю, не хочу. Сейчас оставлю, но потом. И неизвестно, насколько это оттянется. А это, думаю, сейчас по свежим следам, пока еще земля не полита, все можно будет прорыхлить, это сделать. И вот сейчас я их на место поставлю, полью все, потому что они уже бедненькие даже это подвяли. Решила я ничего не приподнимать. Этот я посадила, как и было, наверное. Вот он сидит, как прям. Попочка сзади.
лапки спереди. Тут, конечно, вот видите, эта ветка одна идет вот сюда, вот в сторону. Тут бы, по идее, сюда вот привить. Но тут вот почечка одна набухла. Может быть, здесь что-то потом пробудится. Если вот эту подрезать, то вот это пробудится. И эту можно будет отдельно укоренить. Можно будет попробовать привить. А то так оно у меня в одну сторону получается. Потому что здесь вот тоже коротковата ветка. А вот это уже длинненькая ветка. Так что их можно будет срезать. Попозже срежу, сейчас они на новом месте укоренятся. На новом месте все хорошо, полью, будет с ними все нормально. Потом, чуть погодя, буду им стрижки делать. А почему не стал поднимать? Потому что, ну, особо там поднимать нечего. И если сильно поднять, не на чем будет держаться, и нечем ему будет пить. И я решила, пусть они до осени сидят так. Даже и те, которые раньше были у меня, я их чуть глубже, наоборот, закопала, утопила. Пусть они попы наращивают к осени, нарастят, наверное, я думаю, за лето. Земли много я насыпать не стала. Я сделала так, чтобы вот положила, как там есть корни, и присыпала чуть-чуть. А потом уже по мере роста, когда они будут расти, ну вот, например, осенью, чтобы их не пересаживать в новый горшок, а просто можно было приподнять и подсыпать земельки. Вот тюленчик тоже я поглубже сделала. Как будто он прям в земельку чуть-чуть закопался. Жирафик. Тоже утопили жирафика. Чуть-чуть. Вот. Пускай так. Я их тем более купала в отраве, потому что на них мучнисто периодически садится. Посмотрю, появится мучнистый. Ну, в смысле, появится он, может быть, и появится, но как скоро. Все-таки учесть, что я поменяла весь грунт, помыла горшки, помыла все растения. Даже самое интересное, проявится он как быстро. А может быть, Бог даст и все, и он нас покинул. Этого я назову акула. Почему? А потому что посмотрите, какой у него тут рот, как я его изуродовала, когда прививка у него там начала загнивать, и мне ее пришлось снять. Сильно я перетянула его, что ли, и он начал там подгнивать. Или вода туда попала, запотел он там под пленкой, что ли. И я прививку сняла, и получился вот такой рот. Вот видите, акула, если вот тут глазик нарисовать... Ну, тут, правда, мусор просто был, грязь. Вот тут вот, если глазик нарисовать, как будто акула вот так вот торчит. Открыта пасть. Прям хочется глазик нарисовать. А это вот нос у нее. А вот тут вот глазик. Тоже утопила немножко его. Вот тут я срезала ему макушку, сюда прибивала. Ну вот, если на него вот так посмотреть, то, в принципе, и нормальный. Это просто череночек от одного из. Один единственный у меня вот укоренился. Но пока там я особо корневую не вижу. А, ну вот есть, просвечивается там немножко корневая, но маленькая еще корневая. А этот просто у меня посидит вот так ножками в воде. Попа у него воды не касается. Он у меня вот так на ножках стоит корешками. Попа у него будет наружу. Я его сажать не буду. Вот так вот ножками. Планирую 2-3 дня подержать. Если все будет хорошо идти процесс. То есть если не будет усугубляться ситуация. Если размягчение не пойдет дальше, а наоборот будет твердеть. Я его подержу
пока не начнут появляться корешки. Но вообще планирую 2-3 дня. А потом посажу его в горшочек. Горшочек уже со смесью я приготовила. Вот эта ветка, которая привита, тоже была сильно-сильно вялая. А сейчас она немножечко, вот после того, как из земли вытащила, она немножко даже это подтвердела. Ну, хочется, чтобы этот у меня, конечно, вылечился, выздоровел. А вот тут я все-таки думаю, что я его поторопилась порезать. А на этом, друзья, у меня все. Обзор закончен. Я всех благодарю, кто был со мной. Всем счастья, здоровья, добра, любви. Берегите себя и своих близких. С вами была я, Любовь, Садик Цветов.